Вот так мы с Джимом добрались до западных ворот, до границы империи Мандала. Пинг-понг предупредил нас об опасности. Коварный Пипапо пытался помешать нам спасти принцессу Лиси. Это ему не удалось, и мы прошли через западные ворота, которые открываются раз в 100 лет. Но Пинг-понга захватил Пипапо и продал чертовой дюжине. По роману Михаэля Энде «Джим Баттон». Художники Тео Керп и Хериберт Шульмайер. Исполнительные продюсеры Винсент Шалвон де Мерсе, Юбер Гарьепи, Жаклин Торджман и другие. Продюсеры Бруно Бьянки и Леон Аркан. Режиссер Бруно Бьянки. Джим Баттон. Лес тысячи чудес. Смотри внимательно, Джим. Мы в лесу тысячи чудес. Чего тут только не увидишь. Ух ты, невероятно, Лёк. Ты слушай, листья играют замечательную музыку. От этих рулат у меня голова закружилась. Спокойно, партнер. Остановимся и осмотримся. Похоже, все верно. Это здесь. Видишь этот странный булыжник на карте? Если мы пойдем этим путем, то избежим головокружительных поворотов и выберемся к Желтой реке. Итак, отсюда надо ехать на юго-запад. Три тысячи чертей! Какой прекрасный подарок сделал наш приятель Пипапо! Миссис Скалозуб будет необычайно рада! Пустите, я хочу домой! Закрой рот, пискля! Когда попадешь во дворец, сделай так, чтобы миссис Скалозуб рассмеялась, иначе тебя просто сожрут! Надеюсь, вы оправдаете мои ожидания. Смотрите у меня! То, что вы приносили мне раньше, смеяться не желала. Не надо огня, хозяйка. На этот раз мы привезли вам целый мешок веселого смеха. Ну? Давайте его сюда! Быстро! Мешок смеха, значит? Честно говоря, не похоже. Рассмеши ее, маленький негодяй, или будешь плакать всю жизнь. О, нет! Пинг-понг! Они тебя захватили. Это внук повара моего отца. Принцесса Лиси, ах, я искренне рад видеть вас в добром здравии. Пинг-понг, лучше скажи мне, как здоровье императора? Увы, болеет с тех пор, как вы пропали. И хуже всего, эта змея Пипапо использует его состояние как предлог, чтобы заставить вашего отца отречься и самому стать императором. О, нет! Надо поскорее придумать, как отсюда выбраться. Как тебя схватили? Я был Джимом Баттоном. Ты знаешь Джима? Он придет сюда? Еще бы! Он прошел через западные ворота вместе с Люком. Вы слышали? Джим прошел через западные ворота! А-а-а! Итак, этот паршивец Джим Баттон пробрался сквозь западные ворота! А-а-а!
быстрее, недоумки! Если Джим Баттон приедет в Гориземье и освободит Лиси, то император Пунг Гинг снова станет счастлив, и я не смогу занять его место! Так, самое время! Теперь бегом к лесу Тысячи Чудес! Крутите педали! Пипапо велел бегом, бегом, бегом! Посмотри на эти стеклянные шары. Думаю, можно послать пару штук в подарок миссис Что Там. Отлично, сейчас я его... О! А? Вряд ли, проще будет послать маме рисунок. Ха-ха-ха, думаю, ей будет очень приятно, Джим. Старуха говорила про лес Тысячи Чудес, да? Я включу свой локатор на поиск. Не трудись, крысенок, он под нами. А? Посмотри, Люк. Что это? Оу. Ну, это здорово смахивает на белку. Только на очень большую. Джим, вернись! Я найду этот лес с помощью своего локатора. Он меня не подведет, я увижу любое препятствие. Мистер Слизень, помогите мне. Я заблудился и хочу вернуться к дереву с шарами. Джим, слава богу, ты жив и здоров. Я переволновался. Ты привез меня куда надо. Спасибо, мистер Слизень. Да, ну и приключения. А какой вид? Отсюда видно всю желтую реку. Едем, Люк. Так, похоже, мы заблудились. Куда ехать? Есть предложение? Да, по-моему, надо менять направление. Смотри. Это дерево мы уже видели. Черт, что же это получается? Выходит, мы уже давным-давно ездим по кругу. Выходит, мы заблудились? Боюсь, что так. А, Люк, это дерево движется. Бедный Джим, ты, видать, здорово переутомился. И у тебя разыгралось воображение. Нет, пойдем. О! Видишь, что я говорил? Да, деревья в этом лесу ходят. Так что от нашей карты здесь пользы мало. Но не стоит паниковать. Пусть деревья сбивают нас с толку, мы будем полагаться на мой компас. Подождем, пока станет тихо, и выберемся из этого бродячего леса. Кто же здесь живет? Джим, берегись! Маленький наверняка мягче. Совершенно очевидно. Ты глупая змея. По мне так большой куда соблазнительнее. Мне кажется, что вас пора разделить. То есть разделяй и властвуй. Вы там? Да, вы! Я узнал вас. Вы сообщники пресловутого Чоп-Чопа. Нет, вы ошибаетесь, сэр. Мы впервые слышим это имя. Чепуха? Ведь у вас топор! Нам надо пройти через лес, чтобы спасти девочку, которую держат в плену драконы. А? Ползун, скользун, тихо!
Нам нужно к Желтой реке. Поможете нам? Сначала докажите, что вы не в сговоре с Чоп-Чопом. Эй, а кто такой этот Чоп-Чоп? Злобный дровосек, который хочет вырубить все деревья в нашей стране. Он погубил южную часть леса. Ужасно. Но мы не имеем ничего общего с этим жестоким лесорубом. Тогда помогите избавиться от Чоп-Чопа. Иначе не выйдете из леса. Эй, ну это шантаж. Вы не имеете права, ясно? Ты ошибаешься, сынок. У меня есть право. Ведь я Кигу, хозяин этого леса. Мне подвластны все деревья, все жучки, все звери. И вы тоже повинуетесь. Понятно? Ладно, ладно, ясно. Мы тебе поможем. Но обещай, что за нашу помощь ты лично выведешь нас из леса. Лично. Я здесь повелитель. Вы мои гости, приглашаю на обед. Ну, а на рассвете мы займемся Чоп-Чопом. Ох, эти крылья меня погубят. По-моему, мы порхаем над этим лесом тысячи чудес уже тысячу часов. И никаких следов Джима Баттона. Да, и не говори. Словно искать человека в стоге сена. Свежая водичка вернет поезду хорошую форму, да, старушка? Пей, Эмма! Ты нас раскроешь, паршивец! Что там за странный звук? Фу! Эх, драконья морда! Уже раскрыл! Люк! Пора обедать! Все-таки это необычайно странный лес, да, Эмма? Иду! Дыши через пустой тростник. Пустой, как твоя голова. Опять это вода. Если уж надо шпионить, то лучше делать это инкогнито. У меня возникла отличная идея. Что? Идея? Ну это чепуха. Ай, я же говорил, что это чепуха. Тихо, стервятник, смотри. Что за стук, Кигу? Это Чоп-Чоп взялся за свою грязную работу. Что ж, стук топора выведет нас к нему. Стук топора. Как мило. Пойдем. Нам всем улыбнулась удача. Вот, это ведь следы локомотива. Мэйвен Ти, Мэйвен Ти, нельзя терять время. Надо ехать по этим следам. Видите, что творит этот бессовестный негодяй? О, нет, это ужасно. Мои бедные деревья. Что это там мерцает? Думали, что спрячетесь от Чоп-Чопа? Некуда бежать. Будешь мне сиять. Вот оно что. Именно эти алмазы придают деревьям прозрачности яркие веселые краски. Но это ужасно. Зачем Чоп-Чоп их рубит? Из-за алмазов, конечно. Он все богатеет, а наш лес беднеет и беднеет.
Но ведь лес прекрасен, пока деревья живы, и они нравятся всем. Да, значит, надо остановить Чоп-Чопа. Не бойся, Кигу, остановим, верно, Люк? Стойте, есть одна мысль. Но для этого надо собрать зверей Кигу. Сейчас. Лентяи и лежебоки, мимо этого дерева мы уже проезжали, Мэйвен-Ти. О, ваши грандиозные, странные, загадочные потусторонние силы, должно быть, водят нас по кругу. Другого объяснения я просто не вижу. Этот лес заколдован. Суеверные недоумки заблудились и теперь мелете чепуху. Деревья ходят, в лесу злые духи. Что я говорил? Колдовство! Колдовство! Пусть колдовство, но Джима Баттона надо найти! По местам! Мэйвен-Ти, приказываю повернуть! Этих двух я раньше не видел. Мы прибыли издалека, чтобы повидать родственников в лесу тысячи чудес. И разговаривает. Странно. Темнеет, Кигу. Объясни им мой план. Друзья, юный Джим предложил нам отличный способ избавиться от Чоп-Чопа раз и навсегда. Сейчас мы с вами сделаем самое ужасное дерево в мире. Так, я покажу. И не забудь про камуфляж, Джим. Итак, последний штрих. Все готовы? Пошли! Здесь живет Чоп-Чоп. Нам повезло, он спит. Сейчас увидит кошмар наяву. Проснись, Чоп-Чоп! А что? Проснись! Я проклинаю тебя, Чоп-Чоп! Я дух тех деревьев, которые ты убил! Я пришел, чтобы мстить! Прошу, пощадите! Я до конца жизни не трону ни одного дерева! Клянусь! Отпустите меня! Пожалуйста, отпустите! Здорово мы его напугали! Вы были просто великолепны! Спасибо за помощь, друзья, и за прекрасную идею, Джим! Я думаю, теперь нам можно отдохнуть. Сегодня утром мы славно потрудились. Ух ты! Ага, вот и попался Джим Баттон. Но теперь ты мой. Ладно, никому не отлынивать. У нас очень много работы. Опа! Превосходно, друзья! Все мои деревья снова здоровы! Отпразднуем это событие, устроим пикник, а потом я выведу вас из леса. На этот раз эти два дурачка от меня не уйдут. К
Кстати, когда мы их схватим, они выведут нас из леса. Наконец-то хорошие новости для миссис Колозуб. В атаку! И поповелит вперед, вперед, вперед! Джим, надо срочно бежать отсюда! Эй, Кигу, помоги нам! Это Пипа Поп, премьер-министр Мандалы! Он хочет помешать нам спасти принцессу Лиззи! Эй, пустите! Я приехал в гости к родственникам! Да, и я тоже! Деревья покажут дорогу. Спасибо. Они уходят. Стража за локомотивом. Мэйвенти, вытащи колючки. Только аккуратно. Не вышла. Придется убираться. Браво, друзья! Теперь эти подлые негодяи надолго забудут дорогу в наш замечательный лес. Эй, смотри, Джим, там впереди желтая река. Мы на правильном пути, наконец. Пока, друзья, пока. Не думал, что буду говорить с деревьями. Ха-ха-ха, и называть их друзьями. Пока, лес.